тут уже кафе. А по-моему, раньше был мебельный, что ли. Такие там кресла деревянные, необычные. Какое здание. Симпатичное, красивое. Меня сейчас напугал парень какой-то. Ко мне стал подходить, как вскрикнул так громко. Я же вздрогнула прям. Нет, неожиданность, тишина. А вот мой любимый фонтан. По-моему, второй фонтан, который я в детстве увидела. Первый на Осипенко, а второй вот этот. Устала я что-то уже. Много я прошла. Шашлыками пахнет. Чувствуете? А вот она. Площадь Славы. Сейчас мы с вами туда пойдем. Отсюда вид открывается. Здесь за место сугроба должны быть цветочки. Бархотки какие-нибудь. Кто как думает, что это за памятник? Пишите в комментариях свои варианты. А там деревья еще в снегу, что ли? Что они такие огромные там отсюда окажутся? Или я так давно не была здесь? Просто. Вот это здание, смотрите, более красивое, да? Такая. Такой здесь пристройка. Кстати, даже не держится на колоннах, просто. Стоит, как оно умудряется стоять. Самара, город, проект. А вот здесь у нас Белый дом, кстати. Белый дом. Все знают, что такое Белый дом, наверное. Это не тот дом, который белый, а который Белый дом. Понятно? Ну, зимой, конечно, это все не настолько красивое. Но все равно. Если бы еще машин тут не было. Было бы великолепно. Птички прям так поют, поют. Поют, поют. Там, кстати, тоже здание очень красивое, из красного кирпича. Смотрите, какой там пристрой сверху. Или соседний дом это стоит, или на крыше, как будто это. Фиг знает. Как будто на крыше находится. Церковь. Обошла немножко с другой стороны. Посидела, отдохнула, что-то подустала немножко. Там качелька такая. Ой, холодно, не могу. Холодно. А, Волга еще даже это. Еще не пошла. Не потекла, не пошла. Не, реально как будто на доме прям находится. На крыше. Что-то там вообще такое непонятное. Видите? Что-то непонятное. На набережную, наверное, спускаться я не буду. Уже подзамерзать начинаю. Сейчас, наверное, домой пойду. Там такой же снег. Ничего нету особенного.
внизу там, кстати, это фонтан. Как знает, где он. Вот куда мы с вами сегодня аж дошли. Прогулка по красивой Самаре. Там он пивзавод, в которой трубы стоят. Видны. Здесь жилой дом. Тут вечный огонь, белый дом. Напишите, кстати, что это за статуя. Там еще, кстати, ГРЭС, что это, что-то такое. Подушка вон есть. Лучи солнца смотреть.
красивые места. В Самаре у нас. Тут уже теплее становится. Гораздо теплее. Пришла я домой, так сильно устала, нагуляла. Спать хочу. Блин, это вообще-то что-то. Вот когда нагуляешься, спать охота. Вот, яичнику делаю. Дома одна, тишина, одиночество. Без мастера так скучно. Привыкаешь, что каждый выходной он с тобой рядом копошится. Домой приходишь, там он сидит, что-то делает. Блин, такая тишина. Так грустно, честно. Наверное, когда буду монтировать этот ролик, я опять грустну. Но с другой стороны, у нас ремонт. У нас тут цветочки какие. Там еще немножко. Ну, здесь, кстати, очень красиво стало. Двери, я еще не показывала вам ничего. Хочу сначала полы помыть. Я полы вчера вот потолок навесной доделали нам. Вот был до этого. Вот следующий. Хочу сначала полы помыть, а потом буду вам показывать. Все. Ой, короче, так вот.